намечаются и новые проекты. Мы этому очень рады. И так же, как и возможности с вами сегодня встретиться и в личной беседе подвести итоги работы за прошлый год, наметить перспективы того, что мы будем делать на ближайшие перспективы. Sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamayı bekliyorum. За 6 месяцев по предварительным данным торговый оборот примерно на уровне прошлого года сохранился, минус 1%. А даже около 28 миллиардов долларов. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, очень рад нашей новой встрече. Объем нашего взаимодействия большой, и если бы мы встречались, мне кажется, каждый месяц было бы о чем поговорить. По всем направлениям я отмечу и гуманитарную составляющую. Мы только что закончились, по-моему, Дни культуры России, Азербайджане. И всегда отмечаю ваше личное особое внимание к поддержке русского языка. 300 с лишним школ в Азербайджане работают с русским языком, обучают молодых людей, детей русскому языку. Это создает такую хорошую базу, перспективу для поддержания и развития наших отношений на будущее. У нас очень много очень интересных, хороших тем, которые действительно развиваются, и отношения между нами развиваются.